Тверская компания «Торжокский золотошвей» приняла участие в международном экономическом форуме государств-участников СНГ, который проходил в Москве в Центре международной торговли. В этом году повестка была связана с увеличением деловых связей между предпринимательским сообществом стран ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие «Торжокский золотошвей» ежегодно принимает участие в этом событии, постоянно налаживая контакты с участниками форума. Здесь немаловажную роль играет импортозамещение в текущих условиях. Наша задача – укрепить экономический потенциал страны, сделать максимальную консолидацию на территории Тверской области, максимальное количество компетенций собрать, того опыта, который мы приобрели за этот период рыночной экономики, максимально развить объемы производств, номенклатуру товаров, ну и, конечно, создать новые рабочие места. Бренд новаторского золотного шитья является одним из самых узнаваемых народных промыслов России. Торжокский золотошвей – единственное в стране предприятие, которое сохраняет и развивает это старинное искусство ручной, золотной и серебряной вышивки. Экспозиция фабрики из Верхневолжья привлекла внимание многих представителей зарубежных стран. В этот раз мы приехали сюда наладить связи, наладить контакты, укрепить их. И хотим, конечно, найти дополнительные рынки сбыта и, конечно, возможности импортозамещения. И более тесное сотрудничество с компаниями, которые ориентированы на наш российский рынок. В данный момент фабрика полностью обеспечена сырьевыми и производственными мощностями. В ближайшее время на торжокском предприятии планируется расширение производства, что повлечет за собой создание новых рабочих мест.